Солигорском краеведческом музее состоялось открытие международного выставочного проекта Международного центра Рерихов «Пакт Рерихов. История современность». Пакт Рериха – первый международный договор по защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов и в мирное время. Знамя мира – это утвержденный пактом Рериха отличительный флаг, по примеру Красного Креста, для обозначения и защиты культурных ценностей как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов. На мероприятии присутствовали школьники, директор краеведческого музея Виталий Иванов, председатель отделения международной общественной организации Международный центр Рерихов Республики Беларусь Георгий Шестериков. Цель проекта – способствовать консолидации усилий международной общественности в защиту культуры и мира на основе главной антивоенной идеи Пакта Рериха «Мир через культуру». Разделы выставки представляют богатейший материал о международном движении во имя сохранения культуры, об истории создания Пакта Рериха, уникальные документы, фотографии, информационные стенды, репродукции на холсте, картин Николая Рериха. В экспозицию также входят уникальные фотоматериалы, рассказывающие о трагической гибели памятников культуры в современном мире. С 2012 года по 2021 год в рамках проекта прошло более 250 выставок в 17 странах мира. 15 апреля 2022 года в Государственном учреждении культуры Солигорский краеведческий музей открылась выставка Международного центра Рерихов Республики Беларусь «Пакт Рерихов. История и современность. Мир через культуру». Как никогда актуально говорить о сохранении историко-культурного наследия посредством мира. Мир через культуру – это главная идея этой выставки. Выставка проводится уже 33-й раз на территории Республики Беларусь в Солигорске. Эта выставка впервые, продлится она до 13 мая. Мы ждем посетителей, приглашаем.